С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 8 ноября. И сразу же о родившихся в этот день. 1656 год. В этот мир приходит Эдмунд Галлей, будущий знаменитый астроном и геофизик. В возрасте 22 лет он составил первый телескопический каталог звезд южного полушария неба, за что и получил ученую степень Оксфордского университета и был избран членом Лондонского королевского общества. В 1682 году открыл первую периодическую комету, названную его именем, и предсказал ее возвращение в 1758. Новое появление этой кометы в назначенный срок не только прославило самого Галлея, но и стало первым триумфальным подтверждением самой главной теории – теории тяготения. 1866 год. В этот мир приходит английский инженер, автомобилестроитель, предприниматель и основатель компании Austin Motor Company барон Герберт Остин. Он занимался разработкой самодвижущихся экипажей еще в конце 19 века. В 1905 году на заемные средства 7750 фунтов стерлингов он открыл собственное производство автомобилей в помещении бывшей типографии в районе Лонгбридж в графстве Уэст-Мидлендс. Во время Второй мировой войны компания продолжает выпускать легковые машины, грузовики различного назначения, а также самолеты, в том числе и бомбардировщики. Как самостоятельная компания, она просуществовала до 1952 года, после чего входила в различные промышленно-коммерческие группы и холдинги. 1929 год, день рождения Олега Альберта Ивановича Борисова, актера, хорошо известного нам по работам в кино «За двумя зайцами», «Дайте жалобную книгу», «Слуга», «Раферти», «Россия молодая». Советский российский актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист СССР и Украины, лауреат многих государственных, театральных и кинематографических премий. 1946 год, день рождения Гуса Хиддинга, нидерландского футбольного тренера, ранее выступавшего как футболиста на позиции полузащитника. Известен как успешный наставник ряда сильнейших европейских клубов и нескольких сборных, в том числе и сборной России. В 1951 году родился Стас Намин. Настоящее имя – Анастас Алексеевич Микоян. Советский российский музыкант, композитор и продюсер, художник, фотограф, режиссер театра и кино. Создатель и лидер группы «Цветы». В 1960 году, 8 ноября, родился Олег Меньшиков, советский российский актер театра и кино, театральный режиссер, художественный руководитель театра имени Ермолова, с 2012 года народный артист России. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1793 год. Открывается для посетителей Лувр. Памятник архитектуры и один из крупнейших художественных музеев мира. Здание было построено как крепость на правом берегу Сены в 1190 году для защиты Парижа с запада. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. В 1546 Лувр превращается в королевскую резиденцию. Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон придают Лувру тот облик, который, несмотря на многочисленные последовавшие переделки, сохранился практически до настоящего времени. В основе же коллекции лежат бывшие королевские работы, а также собрания монастырей и частных лиц. 1895 год. Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета, что в Баварии, экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно для всех открывает всепроникающие лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют X-лучами, а в России рентгеновыми или рентгеновскими. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науки, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике. 1923 год. Вечером в Мюнхене Адольф Гитлер, ворвавшись с 600 нацистских боевиков в огромную пивную, провозглашает начало национальной революции и пытается арестовать находившихся тут же членов баварского правительства. Тем, однако, удалось улизнуть в суматохе. К утру нацисты, осознав, что революция не удалась, направляются к центру города, где были рассеяны в стычках с полицией. В перестрелке погибают 16 гитлеровцев и трое полицейских. Были и раненые. Герману Герингу прострелили бедро. На месте, где это произошло, при Третьем рейхе стоял даже монумент.
1943 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден Орден Победы. Поскольку для изготовления была необходима работа с драгоценными камнями, заказ получает Московская ювелирно-часовая фабрика. Каждый орден общим весом 78 граммов включал в себя 47 граммов платины, 2 грамма золота, 19 серебра, 174 бриллианта весом 16 каратов и 5 граммов рубинов. Первое награждение состоялось 10 апреля 1944 года. Орден номер 1 вручен Георгию Константиновичу Жукову за освобождение правобережной Украины. Всего же вручили 20 орденов Победы. 1961 год. В телеэфире впервые появляется клуб веселых и находчивых КВН. Первый ведущий Альберт Аксельрод. В 1964 году его сменяет студент МИТа Александр Мысляков. Вместе с ним передачу некоторое время вела диктор Светлана Жильцова. Аббревиатура КВН расшифровывалась очень просто – «Клуб веселых и находчивых». А еще это была марка тогдашнего телевизора КВН-49. В 2001 году, 8 ноября, Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметила как Международный день КВН. 1971 год. Led Zeppelin выпускает свой 4-й альбом, на котором записана знаменитая «Лестница в небо». В истории песни был громкий успех, обвинение в плагиате и скрытом сатанинском послании, невероятное количество кавер-версий, масса любопытных высказываний и многое другое, что по сей день поддерживает к ней интерес публики. Ну и еще об одном событии более подробно. 1935 год. В этот мир приходит Ален Делон. Французский киноактер, режиссер, продюсер, кинозвезда и секс-символ 60-х, 80-х годов 20 века. Актер пользовался большим успехом у советских женщин. Его имя в массовом сознании стало просто нарицательным. В 17 лет он начинает мечтать о судьбе летчика-испытателя. Идет в армию по контракту, но попадает в морскую пехоту, участвует в войне в Индокитае. После демобилизации в 1956 году возвращается в Париж и пробует работать официантом в пивной. Но не приживается там. Друзья советуют симпатичному юноше попробовать себя в кино. Сначала продюсеры не видят в нем актера, но постепенно ему удается их убедить. Актер Ален Делон дебютировал в 1957 году в фильме «Ива Алегре. Когда вмешивается женщина». Однако успех ему принес не этот фильм. Сначала заметили приятную внешность Алена Делона в комедии «Слабые женщины». А затем, в 60-м году, критики восторженно отзываются об актерском мастерстве Делона. В этот год состоялась премьера детектива «На ярком солнце». И Делон-актер стал одним из самых популярных актеров всего мира. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».